Всем добрым утром, я опять не выспался, потому что мне сейчас идти в больницу. Я сегодня буду делать отбеливание повторное, потому что в прошлый раз, я не выдержал. Там нужно 40 минут под лазером сидеть, а я выдержал минут 3. Делаем повторное отбеливание и дальше что-нибудь будем делать с зубами верхними. Смотрите, какие у меня зубы. Там у меня молочный, который не хочу сейчас вырывать, думаю, что боль будет. Вот пока такие. Первый раз, когда мне отбелили зубы, у меня заблокировали Инстаграм, мне нужно было сохранять, сидеть, на белой диете, не есть ничего, что красит, продукты всякие. Я в итоге выдержал 3 дня, и дальше меня заблокировали, и я стал жрать все. У меня началась депрессия ебаная, жрал все подряд. И сейчас я хочу полностью сидеть на диете, наладить правильное питание. В общем, сегодня по зубам разбираюсь. Расскажу вам немножко об этой процедуре. Вам, может быть, это будет интересно. Что-нибудь, покажу, расскажу. Это больно. Пиздец. Пиздец. Еще в 2 часа дня выйдет новое видео с мамой. И еще из истории по естественному, блять, уже принципу что-нибудь смонтирую. Вот такие дела. Вот такие вот планы на день. Вот такие вот сандали. Еще у меня, наверное, максимальная история количества за все это время, потому что, когда я выкладываю новую историю, у меня удаляется одна новая. То есть я превысил лимит. Я думал, у Инстаграма нет лимита определенного, оказалось, он есть. Я тоже пришел в свою клинику, мне, как обычно, дают обезболивающее, вроде бы это обезболивающее, да. Сейчас пью сразу 3 штуки и иду. Жесть, я боюсь, мне будет больно опять, ой, убирать. Вот уже захожу, уже сажусь, как дома нахожусь, сейчас телевизор мне подрубят опять сегодня, еще что-нибудь посмотрим. А вот мой врач, отлично. Я врач. Да, а это помощница, хорошая. Смотрите, какие у меня зубы. Спасибо вам огромное. Это пожалуйста. Все ваших рук дело. Очень все круто. Просто лучшее. Короче, я сейчас сделал зубы. О, отбеливание. Очень круто отбелились. Это уже второй мой раз. Сейчас доеду до дома. Зубы стреляют ужасно. Расскажу о процедурах, как это все проходило подробнее, если вам интересно. Зубы стреляют, как будто я на войне воюю, но это того стоило. Смотрите, какие зубы. А знаете, вот я сейчас улыбаюсь, и у вас всех ослепление. Еще мне взяли слепки. Большое спасибо, у меня самая лучшая клиника. И, возможно, еще мне исправят вот это. Еще у меня взяли слепки, и надеюсь, мы будем работать над моей вот этой вот этими кривыми зубами. Вот. Еще раз спасибо моим докторам за то, что вкусно варят нам, поварам. Ну ладно, вы лучше. А зубы стреляют так, что не по-детски, блять, на войну вот так. Вот так примерно стреляют у меня зубки. Вот так сидишь и вот так вот. Вот. Спокойно сидишь, а тут, блять, стреляют. Реально, ребята, теперь я могу работать цыганкой. Я буду подходить, молчать, рот завяжу себе. Вот так вот, да, денег. А потом такой, и все такие, ёб твою мать, забирай, все, только уходи. Я такой, спасибо, спасибо, мне забирают. Реально, ребят, я такой довольный. А это у меня овощный зуб. В детстве нужно было, блядь, маме взять этот молоток, блядь, с гвоздем, и как на хуяк. Хуяк, чтоб меня не было. А у меня молочный зуб. Где? Я не хочу его вырывать, потому что у меня не вырастет зуб. Мне придется ставить зуб туда, протез. А я не хочу. Ничего, не вырос, блядь, новый. Молочник. У тебя молочница. Это у тебя молочница. Сосни, зато у меня зубы лучше отбелили. Ну, не пизди на меня. Меня хорошо отбелили. Нет. Нет, блядь! Мы сегодня с Катей, у нас семейное собрание было. Катя отбеливала у Веронички. Вот. Она все равно не будет с той истории моих смотреть. Блин, а... Мои зубы, блядь. Чем? Чуть лучше. Что смешного? Катя отбелила себе. Зубела! Я!
Да, блядь, сейчас как мазну. Не надо мазнуть. Вот такое вот у нас настроение. Травести дом. Пиздец, это хуже, чем дом 2. Хотя, ты что думаешь, покрасила стола розовой норкой? Хуй там, я знаю, что в душе, ты голубая норка. Все равно ты голубая норка. Голубая норка. Голубая норка. Голубая норка. Ты еще голубая? Да, вот тут. Я и говорю, голубая норка. Голубая норка. Голубая норка. Голубая норка. Голубая норка. Норка. Голубая норка. Голубая норка. Смешно. Голубизна в рот попала. Так ты и голубая норка. Что ржешь, блядь? Зуб нахуй. Уснешь, я тебе этот достану, тебе вбью. Будешь кривым зубом. Привет. Если вам нужно откачать говно в доме, либо под ногонаносок силки наносить, вы звоните, вызывайте. Девушка, вам нужно откачать говно. Ой, извините, пожалуйста, мы вас не звали, не звали, не приходите, пожалуйста. Охуенные очки. Такие же они купили. Пришли в кафе, нам с Катей нельзя есть нихуя, что красит зубы, блядь. Мы сидим с Кристиной вот тут в Агдейре. Ну скажи. Привет. Привет. Артём. Скажи, я в туалет на 3 часа. Ой, молчит. Все, давай. Нихуя нельзя, и мы сидим и говорим. Кристин, а бендинкейты на панкейке с пармоникси зелени можно? Блядь, покраситься. Ну тогда, Кристин, фриатата со шпинатом, сырным муссом, миксом зеленый соусом. Хуя нельзя, блядь. Вот как вот эти звезды, блядь, живут? Доставляют нахуй себе челюсть, блядь. Виниры. Блядь, короче, мне сказала Кристина, напугала меня, отбристала, что очень больно. Втачивают эмали, типа, хочешь, очень покажу, больно. Хочешь, тебе покажу, какие будут нервы? Давай. Надеюсь, мне будет не больно. Кстати, Кристина, если тебя сдать на металлолом, это выйдет очень дохуя, слушай, реально. Работаешь на мне. Пиздец, ну ты это... Это чтоб от сглаза, да? Ну можно...